В настоящее сказочное место превратится центральная площадь Армавира. Каждый день на объекте, в зависимости от вида работ, трудятся от 20 до 50 специалистов и 8 единиц техники. По выполненным работам, демонтажные работы выполнены на 100%. Вертикальная планировка где-то процентов на 85 уже выполнена. Прокладка кабелей связи, кабелей энергообеспечения выполнены на 100%. Сейчас порядка 2500 квадратных метров залито бетонного основания, порядка 3000 квадратных метров плиточного покрытия. В данный момент реконструкция площади выполнена на 50%. В основном это были работы по прокладке ливневой канализации и инженерных коммуникаций, подготовке основания. Теперь рабочие приступят к укладке плитки. Стоит отметить, что подрядчики для своей работы закупают материалы у кубанских производителей. Так, новое покрытие площади сделано на заводе в Новокубанске. Также производятся работы по монтажу бортового камня. В планах в ближайшее время установка малых архитектурных форм, установка новых опор, замена, то есть старые будут демонтироваться, новые будут устанавливаться опоры. Также подготовка под монтаж фонтана с амфитеатром, зеленых зон, ну и так далее. Авторы проекта «Сердце Армавира» предусмотрели несколько основных зон. Площадь по-прежнему сможет вмещать около 25 тысяч человек во время массовых шествий. Здесь появится сухой пешеходный фонтан с туманными форсунками. После реконструкции на площади высадят 33 новых дерева, установят 29 удобных лавочек и оформят 130 квадратных метров цветников. Контрактные сроки соблюдаются. Были небольшие задержки у нас, потому что некоторые решения проектные в процессе производства работ были изменены. То есть пока все согласования эти проходили, мы, в общем, эти работы должны уложиться. На площади над травой и кустарниками будут смонтированы стильные теневые навесы. Отмечается, что их сместят ближе к краю, чтобы не мешать основным путям движения. Реконструкцию площади планируется завершить к ноябрю 2024 года. Именно тогда жители и гости смогут увидеть настоящее сердце города. Уже к новогодним праздникам на площади установят волшебную елку с шатром из светодиодных фонарей. Для того, чтобы превратить площадь в такое сказочное место, потребуется 210 миллионов рублей. Марина Локтева, Федор Факиров, служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».